Всем хей, с вами Дэйвин, и это вампир в Майнкрафт 1.92. Итак, что мы в этой серии будем делать? Ну, как обычно, прокачиваться, вообще все как обычно. Так, мы будем просто прокачиваться, мы уже 10 уровня, как вы видите. И знаете, что я сделал вообще? У меня такая идея есть. Что я сделал воронку, и это еще до съемки, и вот этот лут-контейнер. Это мир крови. Так сюда ставим, ставится воронку. А, не, наоборот. Я думал, что она здесь будет ставиться, а она здесь ставится. Почему? Сюда ставим воронку. И сюда ставим лут-контейнер. Ну не, он не хочет просто. Хотя... Не, давайте, конечно, чуть-чуть, прям, прежде чем что-то мы будем делать здесь. Давайте, ола. Сначала поставим вот это. Так, оба. Так, все. Так, теперь еще вот два блока ставим. И по идее оно должно поставиться. О, ставится, поставилось, все. Я так и знал, что оно здесь поставится, ну ладно. Опа. Опа. Видишь, все. Нам надо убить. Вот эту... Опцу. Опцу убить. Это блин. Так. И вот это, мне кажется. И по идее он... должна быть какая-то прямо крови, что такого. Ну ни хрена это не получилось, естественно. Просто... А, я думал, тут уже из вот этого мяса он думал, что вот это так превратится кровь сюда, и так льется, но нет. Фигушки там. А не, нифига. Ничего не получилось. Короче, будем дальше прокачивать. Видите, уже будут 3. Надо. У меня, как вы видите, ничего нету. То есть, что получается, биться с бароном надо. Давайте, кстати, проверим. Надо проверить. Вот это. Вот ничего. Я просто проверял, что есть вот это. Кровь. Ну, чистая. Думал, просто проверил, или она есть. Нету. А что-то идем куда? Правильно. Так. Нет, все-таки идем, да. Так. Значит, нужно брать еще лук. Сегодня неплохо бы, наверное, разочаровать. Давайте вот так мы и сделаем. Да, что-то так тяну, конечно, время. Но, блин. А, блин, у нас. Даже этого нет. Ну, этого. Это и книги. А, блин, это лазурит. О, лазурит. Нужен нам так. Хотя можно и не с ним, а шо. Давайте зачаруем этот лук. Вот он зачаровывается. Значит, опа, сюда вот так. Вот сюда. Опа, вот брекинг. Ну да, здесь. Опа, паук. Опа. Ой, блин, блин, блин. Пошел он вон, затем. Короче, ладно, чуть-чуть время, блин, мы не будем. Все сразу, вообще меньше слов, больше дела, короче. То есть, вот так подрубаем вот эту мышь и летим туда. А, кстати, еще я забыл. Ну, ночное зрение включить. Летим, летим, летим. Просто давайте сначала... Так, это левел 4, но нам не надо. Он именно левел 3. Что с левел 4? Это я просто ладно. Так вижу. О! Что вам страшно? Мне вообще не страшно, если честно. Так, нужно выпить еще крови. Нужно как-то, короче. А так нам нужно просто так, чтобы не свалиться, а так нормально пробраться или нет. Это можно ничего не делать. Что я здесь пришел вообще? Так. А я не вижу. А я не вижу, блин, ребята. Я, ребята, не вижу. Этого барона левел 3.
нет его, просто тут кого нам нужен. Я его не вижу. Ну так давайте по территории, так сказать. Уроемся. Улетимся там. Вот один не надо. Я так прям ищем по нужного нам барона. Да. Мне кажется, что нужно. Вот так мне, конечно, не хочется это делать, но мне кажется, что нужно брать из креатива только чуть-чуть 3. Чтобы убивать барона 4 уровня, что-то не хочется. И зачем он нам нужен? Пусть он там будет еще. Не, ну а что, зато. Пусть он будет, короче, ладно. Ах ты, блин. Вот, все. Вот так вот, вот. Все. День начинается, да? Не припекает пока что. Но я думаю, что не помешает просто так, все сделать вот эту ночь, так сказать, потому что как бы, блин, что-то прям добираться 3 дня, блин, такое себе занятие, поэтому его дела. Так. Блин, все. Свалились. Все. В общем, не нашли этого барона, это левел 3. Можно было, конечно, его и заспамить. Ну, типа, это честно, но, блин. Это же так тянуть время еще, пока он меня еще убьет, блин. Еще доберись до него, но это, конечно, лишняя трата времени. Как бы. Это лишняя, как бы, трата времени, так что вот. Вот взял это, скажите, его, курите, было курите 3 из слэш 5. Так, что-то так, побыстрее было, но. Сейчас, что там еще? Плюс 15 фильмов жертв, вот если то, блин. 15 надо, вот это то, что надо, будет так называть. Ну ладно, значит идем. Вот куда? За охотником. Мы идем. Так. Вот здесь охотники, да? Это блин. Нет, кто-то вот тут не. Они тут даже не спамятся, мне кажется. Они, блин, не спамятся. Да? Мне кажется, что да. Вот тебя сломаем. Давайте, кстати, так. Что тут? Где он спамится? Тут, блин, делается. Тебя спамят с Хантер. Фихрю, что-то там вообще. Ну видите, не тыкается никак. Да, никак не дожимается. Видимо, никак оно и не спавнится даже. Ладно. То есть не делается оно даже, никак не крафтится. Ну ладно. А вот это. Вот этот тент Spawns Hunter. Я просто так из креатива я его взял. Ну, чтоб так, прям было типа честно, убиваем охотников, типа это честно, а берем вообще вот это спавнер, будем так называть, ну, с креатива, так что вот туда его, вот он, хана. О, блин. Так вот, мы заезжаем или нет? Не заезжаем, но мне кажется, что после трейна, наверное, будет 100%, то он 100% будет заряжаться, типа, ну, чарджит, видите. Как вы видите, так, ну давайте еще раз спам. Блин, пол времени, блин, проведем просто впустую. Мне кажется.
ими еще и охотниками, блин. Время впустую просто. А вот он. Итак, меня... Извините, конечно, что так прервалось, конечно, все, но просто... О. Так, все, все, да. Вообще, я съемка прервалась, потому что Майнкрафт слетел, короче, не знаю, уже, наверное, два раза делал. Короче, так, короче, два раза было. Не два раза, блин, а просто в одной из серий то с Майнкрафт слетел, и в этой серии что-то Майнкрафт слетел, блин. Опа. Вот, все. О, кстати, еще выпало то, что нам надо. Этот, ну, я так буду, вот это так надо давать. Вау, еще один. Вау, прям... По красивой прям случайности все это было. Что, заряжается? Нет, только еще, все еще трейнет. Ну, на именно трейнет. Идем, будет еще чарджет, там вот это пополнять 10%. Ну да, я решил пройти этот трейнет, ну, это он... Собирает. Короче, ладно, мы будем здесь. Я не понял, ну, не буду это писать. Так, где еще охотники? Вот он, еще один. Да блин, ничего не выпадает, блин. Так, 97 все еще. Ну ладно, мы проверять это не будем. Каждую минуту, даже час, как будет день. Так, уже надо еще выпить кровь. А, блин. Не хватило, ну хотя... Хотя, в принципе, нас срать сейчас. Нас срать. Так, ладно, ну давайте уже спамьтесь, блин. Потяните время. Сейчас, опа. А что я использую, блин? А что я, блин, использую там? Хотя еще выпало вот это. Ну, только еще выпало то, что нам вот это надо, и это я так именно называю, то, что нам надо. Не буду объяснять, уже вроде объяснял. Так, так, так. Блин, вот этот еще дождь, блин, дождь, блин, что-то надоедает. Ну ладно, давай, давай, блин. Памьтесь уже, блин, залобали. Не надо тянуть время. Я тоже в рисунке вроде одного из роликов, ну, то есть... Одного из роликов, короче, один из серий. Одну, короче, из серии, что-то там... снимал, то там получилось у меня 56 минут, то есть почти час. Это в одной из серий. Потому что монтировал, блин, ну, прям задолбался, конечно. Ну ладно, так давайте уже спамьтесь. Или уже все. Мне кажется, уже все. Так, вот текст стикер, да. Текст стикер. О, не, получилось. Ничего не пила. Блин, еще и день начинается. День начинается вообще. Прям вообще прям топовый просто. Прям вовремя вообще. Прям. Серия, конечно, топовая. Прям вообще. Прям удачно, конечно, это все сделано. Но не сделаю так не бить. Ну и где охотники? А вот он. Появился. О, так, трейнер. Ну ладно, мы не будем смотреть, что такие ходы минуты. Да, да, тоже, конечно, блин. Часто он, конечно, идет часто. Просто идет, и это надоедает. Прям хочется его включить, но я его не включаю, потому что не хочу объяснять. Ну пусть пойдет, что он так. Опа. Ой. Так, о, вот он еще заспалился. О, не выпало то, что нам нужно. Ну, уже три. Теперь точно мы не потеряем, наверное, время. Прям пустую. Проверить, заспалим. Опа. Блин, вышел. Текстура, блин, вышла, а? Опа, нет. Давайте так чуть поломаем. Опа. Чтоб так все быстро было. Речи было. Этот без арбалета, кстати. Уже который раз попадаются охотники без арбалетов. Воу-воу-воу. А, вот этот уже попался с арбалетом. Блин. Арбалет, он, блин, попался. Хлеба не попадается. Потом мы вампиры, поэтому нам хлеб не нужен. А, сам себя попал. Эй, лошара. Сам себя попал. Так, давайте уже отключим этот дождь, потому что он уже мне надоел. Надоел этот дождь, блин. Опа. А вот, ну, вот этот вот вампир. Да. Ладно, объяснить, конечно, это не буду. Долго объяснять. Недолго, блин, объяснять, просто описать я не хочу. О. Так. Правильно. 99. Мне кажется, он достаточно идет, и все, и это будет типа заряжаться.
чем-то заряжаться, не знаю. Может, надо пчелу ворона убивать. Вот этим вот таким мечом. Не знаю. Так. Блин, что-то. Вот, блин, почаще, конечно, спавнить не тянул бы время. А нет, тут все равно надо потянуть время. Ладно, все, я вообще говорю, блин. Сто процентов. Но мне кажется, он дальше уже чарджинг, то есть, ну, заряжаться будет. И что-то я так долго вам это все рассказываю. Рассказываю долго. Долго. Да. Так, ну ладно. О, вот он еще один. О, я выбрал вот еще. Блин, а вот этот хлеб, вот этот вот. Хлеб, почему он так прям. Вот под текстуры упал. Вот видите, что это такое, что? Бах. Ну и скейт уже забах. Вот просто простой баг, да? Так. Давай. Вон доем, давай. Да, это скорее всего какой-то баг, потому что. Потому что вот так хлеб прям под текстуру он не может просто, понимаете? Прям провалиться. Прямиком прям провалиться он не может. Опа! А вот что? Ладно. Кстати, исключено хердстрики у меня. Именно я вот так все там убиваю. Именно хердстрикером. Потому что я считаю, что он вроде эффективный. Опа. А на кого-то, кстати, этот болт злой. А на кого, правда, и кто? А, вот. А, скелет прям убегает, прям. Видимо, куда-то не туда вообще, куда ему нужно, стрельнуть. Вот и болт на него и нападает. Опа, еще один котик появился. Нифига. А, не, нифига. Не выпало. Ладно. Ставим. Хотя можно и не бежать. Опа, давай. Опа. О, это что? Что такое? О, 8, зацените. Так, ну. Что нам выкинуть? Блин, вот это мусор. Obibelt of Helch. Или Helch. Мини Helch не знаю. Пчелается много. Мини Helch, блин. Helch. Прямо оно же вываливается, да? Ладно. Так, давай уже, блин, спамимся, давай. Уже прям вот это. А. Блин, еще один из. Из арбалета уже. А ты прикинь, опа. Опа. Обманул. Да, блин. Не выпало. Хотя я 8 вот этого вот. Это человеческое сердце, блин. Как бы 8 их. Поэтому. Че тут жаловаться-то? Всего лишь 8 из 15 мы, ну, собрали. Че тут жаловаться-то? Опять все тоже. Так как он мне надоел, то я его отключаю. А, вот он. Да блин, главное, конечно. О, вот он. Ну надо. Лучше домой идем. Так восстанавливаться. Потому что. Ах ты, блин. Ну вот этот день начинается, ой, блин, плохо.
Вампира это, конечно, плохо. Так, ну давайте. Дверь не идем. А вот мы идем. Ну, просто так мы ориентируемся по вот этому. По вот этому. Вот, кстати, он не совсем, конечно, такой прям виден. Блин, надо еще опускаться быстрее, потому что я могу так вот провалиться и все. Ну, то есть не провалиться. Господи, шучу, конечно. А, не то. Вот это туда. Почему упасть просто и все и разбиться? А, ты блин, да. Могу упасть и разбиться. Вообще сразу. Когда уже уничтожает, начнет припекать. Так, все, спим. Здесь Майнкрафт не слететь, потому что такое. Ну, в какой-то серии случилось это, конечно. Поэтому. Так, о, видите, уже 4 голода, вот это 4 крови. Или как его там называется, да? Бегайте. Вот, блин. Вот, так, ну тут еще можно и через контейнер вот это вот. Да что так, прям вообще. А что так вообще прям восстановить, что почему снова все восстанавливается уже? Можно подрубить еще регенерацию, но правда я подрубливаю. Так его. Ну, включать его не будем. А давайте мы убьем этого паука. Просто зачем, но я сам даже не знаю зачем. Так. И летим опять к охотникам, их мучать. Хе. Мучить этих охотников. О, вот он что, блин, заспавнился. Тихо, 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 тихо. Опа. А блин, наверное, скорее всего, зря не будет. Поспешил, но зато побыстрее. Мы сюда прибежали, блин, прискакали. Так. Он сейчас заряжается или нет? Что тут? Теперь смотрите. Он сейчас заряжается или нет? Ну что? Ну это такой вообще вопрос. Как его вообще заряжать? Ну вот это вот. Теперь смотрите, он уже чарджит 0%, то вот его... Все-таки как-то его можно так зарядить, потому что чарджер с английского заряжено. Ну а чарджер это заряжать. С английского чарджер заряжать. Так. Давай. Спавнится, блин. Спавнится, давай. Как Меркин говорил. О. О, прямиком в воду. Кстати, между прочим, когда мы в воде, то на нас не накладывается эта слабость, не накладывает на это, не накладывается. Так, ну давай, спавнимся. Еще один. Ты вечно вот туда выпрашиваю, чтобы все заспавнилось. Ну что, блин, 9? Вот. Хотя, ладно, все равно. Так, сюда ставим и... Нет, точнее, не бежим. Ничего, правда, у нас получилось. Опять это, блин. Все, блин, отключу этот дождь, потому что, блин, мне уже он надоел. Я хочу вообще, чтобы он был. Ну, и шел. Шел тут, короче. Ава. Опа. Да блин, ничего не выпадает. Не выпадает ничего. Что вообще перестало так выпадать, то что нам нужно, вот перестало. Нет, что перестало выпадать. Ну, естественно, блин, чтобы не тянуть время так сильно. Мы, естественно... Блин, за мной паук угоняется. Короче, чтобы не тянуть время,
Мы вот это все возьмем, вот это то, что нужно из креатива. Почему мы возьмем вот это вот? То, что нам нужно, это я просто так называю все. Окей? Это я просто. И вот это то, что нам нужно, это я просто. Это человеческое сердце так называю просто. Чтобы вам понятно или нет. Ладно. Человеческое сердце мы будем. Короче, возьмем с креатива, потому что. Ну, блин, что-то вообще вот. Не хочу тратить время, если честно, на монтаж. А если ролик длительный, то, конечно, долго будет дольше времени на монтаж. Ну, так нужно. А я не хочу этого, в принципе, делать. Я хочу, чтобы так все по-быстрому было. Поэтому беру с креатива, это то, что нам нужно. Ну так вот, кладем вот сюда. И нужна книга вампира. Но книга вампира мы будем брать с этого прямо. То есть спамним и убиваем сразу. А кстати, таким образом заряжается или нет? Если нет, то я не знаю. А ты посмотри, что? Думаешь, умный такой? Он не заряжается, блин. Стой, давайте на всякий случай подрубим, блин, регенерацию. Дован это док или верхняя панель. Это МакОС, короче, панель есть. Одна дико, конечно, мешает, если честно. Потом подрубаем регенерацию и вот. Ава. Мы убили, но правда, конечно, ничего у нас тоже не получилось. Ну, то есть не выпало то, что нам нужно, опять-таки. Так, давайте, кстати, еще покусаем овечек. Овечек покусаем. Блин, что так прижимаешь? Все. Ура! Остановились. Так, ну и теперь. Опять же, блин, спал. Блин. Это на 5 еще это дольше, еще это блин. Спамим. Блин, не спамим, а спим, блин. Путаю. Так, ну давайте, короче, вот спим, блин, но не хочется спать. Почему-то, блин, хочет он спать. Ну, раз не хочет, значит, обойдется. Раз не хочет, значит, обойдется. Давайте уже. Чё, давайте этого спамим. Так, нужно. Так. Ох, блин. Это что, это эндермен, я чуть-чуть напугал. Да блин, ничего не выпало. Регенерацию, блин, подрубили. Так. Иди сюда, О, все убили. Надо без этого, блин, просто так. Давай.
фундил. О, а что нам выпало? Так, блюда, блюд. А мне тут автак спит. Потом у нас это уже, наверное, есть? Да, есть. Ну это там... Тут нифига что-то... Так, пошла. Сейчас бежим. Нападаем. Нападаем. Давай. Бежим. Это так трудно, конечно, прям убивать. Прям трудно. Ты прям боишься, чтобы тебя он не ударил, не убил. У тебя был бы, конечно, нормальный меч. Было бы, конечно, офигенно. Че ты, блин? Понять. А блин, ничего-то не выпадает. Да блин, вещь на то. Слово паразит, конечно. Блин. Слово, конечно, это паразит. Вечно его говорю. Ну ладно. Так. Раз. А я, кстати, обычно мечом его чуть. О. Ну ничего, опять не выпало. Тогда опять же нужно еще и... Что он там спит? Не выпало что-то? Да не выпало ничего. Блин, вот... Какая говнюк, сука. Не хочешь ничего не выпадать, тут прям нормального нет. А давай прям вообще безбожно его, блин. Но ничего, правда, у нас ничего не получается. Потому что, блин... Да блин, ничего не попадает. Короче, ладно, давайте уже еще раз креатива и все, дальше мы, наверное, уже не будем, потому что... Это же я считаю, что слишком, блин. Окей, все. А, блин, еще и день. Да, блин, что этот дождь, блин, уже задолбал. Давайте, кстати, уже один раз плюс. Без вот этого вот счета, да? Успим, блин, тоже. Хотя взял эту книгу вампира. Креатива почему-то, потому что не хочу я вообще тянуть время. Уже не буду вообще вам объяснять. Вы же не тупые, да? Так что вот так. А, да, вот так. Все, до 11 уровня тут прокачиваемся. Прокачиваемся. О, все, мы уже 11 уровня. Итак, что нам предлагают тут из скиллов? Ну так как, блин. Ну так как вот это invisibility уже есть, то давайте мы на вот это, наверное. О, вот он. Телепорт, да, мы вот на вот это, наверное, будем. О, ну ладно, ладно. Хотя ну, можно было, наверное, вот прям, ну, с самого начала это все так выбрать, но уже ничего страшного. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.